этом все. Птицы выкидывают, могут выкидывать из гнезда. Лишних? Нет. Вообще своих, чужих, своих, если понимают, что не могут прокормить. Я думаю, что они не понимают. Я просто слышала. Я думаю, они скорее съедают, чем выкидывают. Я просто слышала такое, но мне кажется, даже своих? Нет. Никто не знает, я думаю. Тем более я это слышала от людей, которые вообще с птицами никак, и ничего. И все, что они знают, они услышали в детстве. В детстве я такой бред тоже слышала. Самое интересное, что... Наверное, что... здесь. Да, пока здесь. Мы пока здесь, мы не боимся, не боимся. Я первый год занимаюсь совами, я к орнитологии не имею никакого отношения. Тише, тише, мальчик. Все, что знаю о птицах, что у них есть один клюв, два глаза и два крыла. И предположительно две лапы. Это клюв, она в него ест. Да, вот типа того. Ну про две лапы ты все знаешь. Правое, левое, лицо, лицо. Вот на такие вопросы надо спрашивать. Но вот того, который в субботу подсадили птенца, его в воскресенье уже не было. Либо он сам вылетел. Мы его целый час искали под это, под деревом. Сейчас по сторонам немножко посмотрю, конечно, но что-то родителей не видно. Я думаю, она внутри сидит. Да? Хотя, в принципе, зачем ее внутри сидеть, тогда, когда там может... Тогда есть самое время покидать. Леша, ты поешь песню? Я тучка, я вовсе не видел. А где? Подожди. Пока что-то тихо. Конечно, если бы я сама она тоже вылетела. А мы удочку мы не брали, да? Нет, удочку мы не брали. Что-то посмотреть предварительно. Они парами живут, да, тоже? Да. Что там? Там один. Тенец? Тенец? Ну. А где одна? Мамашка-то? Если их было три, то значит надо искать. То они вылетели, она с ними где-то. А это вопросик-то? Ну это еще не вылетело, почему маленький. Что ищем? Нет, это собака. Да не. Ну вот он. Но шансов найти их очень мало. Девушка, мы в сосновом лесу не смогли найти. А что значит искать? Они где-то могут на земле сидеть? Ну, они сидят где-то на земле, прячутся, и мама им подкидывает еду. Да, страшно, страшно. Зачем же они слетают? Ну как, учатся летать. Привыкают к независимой жизни. Так, я слышу маму. Здесь? Да, что-то какой-то хлопот идет. Где она? А вон она, все, я ее вижу. Иди сюда. А, вот она, да, низко сидит. Упал. Ладно. Я за мамой наблюдаю. Нет, сейчас она должна помогать. Я вот сам живу. Она немножко перелетела, перепорола. Я вижу ее. Там правильно? Сюда летит. Поближе. Лежит на спине и от
укрикивать. Подожди, не записывай. Угу. Запомни. Держи его. Ну как правильно, давай. Судя по такому поведению, это не мама, а папа. Типа пофигист? Ну типа не убивают, ладно. Так, правый же? Но он так не злой. Ой, как у нас сердечко-то колотится. Ой, как мы боимся. Он еще клюкает. Он щелкает. А, клювом щелкает. Да, клювом щелкает. Поближе подлетел. Родитель. Так, что у тебя с веревками? Еще поближе. Не, мне показалось. Слушай, ты красный можешь поднять веревку? Да. Сейчас я тебя красный привяжу. Вон там еще кто-то летает. Кто это там летает? Вот на коршуна похоже. Да? Перелетает такими. Он перелетает, перелетает. Вон на тополь перелетает. Он вот-вот. Поближе что-то подбирается. Ну, сейчас кому-то будет. Так, какое кольцо было? 782. Вон там на тополе сидит. А, подожди, второго-то забыли. Ну, ладно, сейчас я уже... Отлетел подальше. Да ладно, не злись, у тебя префицит будет в гнезде. Выглядывает, выглядывает, прям голову поворачивает. И мышей. А ты его защелкнул? Он не защелкивает, он сжимается. Алюминиевые. Ну они нормально сжимаются или надо все-таки поскрутиться? Ну вот это вроде бы хорошо зажимается. А, ну ладно. Так. Ну что? Новый дом. Мышей закинь. Да, конечно. С мышами вместе? Так. А, отпустись. А мышей вы зачем подбрасываете? Задобрить, так сказать. Вот, на первое вот. Время. Уже поближе время. Подлетела сова. На первое время. Так, не тут. Что-то вот мне кажется, что если ты еще что-нибудь забудешь, то мне точно прилетит. Да, я об этом позабочусь. Да никто не обижает. Потому что там второе перелетает. Вторая уже есть? Я тень вижу, может быть, я тоже что-то видела. Очень большое, не коршуна. Давай, маленькую поднимай, да. Живо. Все, всех возвращаем. Уже иду. Вот еще кто-то уходит. Родители. Оба два. Где они? Ну, это я не знаю, кто мама или папа. Но кто-то, кого-то еще слышно вот там. Так, а где? А, вот он. Ага. Сверху коршун. Он почти в зените над нами, коршун. Не надо сливаться, надо сливаться. Ты сиди там. А вот родитель сидит, наблюдает. Наблюдает, да. Второй лапит. Ну. Так, казенная коробочка, казенная. Это можно будет? Это надо будет забрать, да? Осторожно. Что мне сказали взять коробок формалу. Давай, еще на тебя посмотрим, красавчик. Ну сова, красавец. А, ну вот. Ну все, сейчас поищем. Остальные. Ты еще что-то забыл? Синтов будем искать. Мы поднимать не будем. Ну-ка, земля кольцует. Это советник.